Здравствуйте, с вами магазин и установочный центр FrontCam. На Renault Logan второго поколения установили головное устройство на базе Android от компании Canbox. Модель H-Line с диагональю экрана 9 дюймов. Встает штатное место автомобиля через специальную переходную рамку, которая идет в комплекте. Все выглядит очень аккуратно, без щелей, без зазоров. По проводке подключается разъем. Переставляются оригинальные воздуховоды, кнопка аварийки, закрытие дверей. Все работает, все функционирует. В данной магнитоле есть физические регуляторы громкости, переключения треков и также быстрый доступ к функциям магнитолы. Например, можно быстро включить Яндекс.Навигатор, радио, музыкальный плеер, меню Bluetooth, видеоплеер и вернуться на домашний экран. Адаптировали с подсветкой автомобиля. При переключении габаритов автоматически регулируется яркость, включается подсветка физических клавиш. Также яркость можно регулировать вручную. И цвет клавиш также можно настраивать. Здесь идет подсветка RGB. Подключили подрулевой джойстик. Все работает. Громкость. Заднее колесико переключает треки. Данная клавиша отвечает на звонки. Кнопка Source также работает, переключает между всеми источниками. И нижняя кнопка для быстрого доступа к Яндекс.Навигатору. Нажимаем на нее, попадаем в Яндекс.Навигатор и при повторном нажатии возвращаемся в меню, где были до этого. То есть сейчас мы находимся в радио. Быстро хотим посмотреть маршрут, нажали на эту кнопку, попали в Яндекс.Навигатор. Еще раз нажали и дальше управляем радио. Бардачок вводится дополнительные USB порты и слот под сим-карту для подключения к интернету. Также подключиться к интернету вы можете, раздав его с мобильного устройства, а в USB порты подключить USB носители с музыкой, с фильмами. По магнитоле все работает очень быстро, плавно. Удобно всем пользоваться. Богатый мультимедийный функционал в данной магнитоле. Можно скачивать любое приложение из Play Market. А самые популярные здесь уже предустановлены: YouTube, интернет, радио, Google Chrome, Кинопоиск, интернет-телевидение, Яндекс.Музыка, Яндекс.Навигатор. Есть эквалайзер для настройки звука. Возможность подключения телефона по Bluetooth для прослушивания музыки, либо для громкой связи. Также доступно подключение Android Auto либо CarPlay как проводным, так и беспроводным путем через специальное приложение и множество других полезных мультимедийных функций. Например, можно разделять экран на две части. Обращайтесь в нашу компанию, у нас вы сможете найти большой выбор различных мультимедийных систем и прочих дооснащений для вашего автомобиля. На данный автомобиль есть различные варианты мультимедиа с разными конфигурациями, с, как в данном случае, физическими клавишами, так и полностью сенсорные варианты с различными диагоналями. Более подробно вы можете узнать у нас на сайте, либо обратиться к нашим менеджерам. Они вас проконсультируют и подберут лучший вариант. Также есть установочный центр в Москве и в Питере, где наши специалисты грамотно установят и настроят дополнительное оборудование. Есть доставка по регионам, с постоплаты вы сможете принять товар, проверить его и только после этого оплатить. И есть своя служба технической поддержки. Обращайтесь, будем рады помочь.